Это вояж, такси. Пиши, ты долбоёб, сказочный. Он с больницы, с психушки. Всем привет! Сегодня 25 января 2023 год. Здорово! Здорово! Выявили, значит, на парковке для инвалидов. Автомобиль Солярис. Это у нас город Аксай, Карла Микнехта. Какой-то не является, да, инвалидом. Вот лежит эвакуатор. Значит, давай, будем брать. Или что, адрес нагреть? Давай, подержи. Давай, сейчас оперативно будем клеить. Работают профессионалы. Есть, да? Да, есть у меня. Есть? Ну, забей, возьми. Давай, давай, Витёк, быстрее. Две минуты. Чё? Я думаю, за три минуты поднимет, да? Запись-то? Да. Витёк, три минуты. О, ровно три минуты. Ну, отлично. Витёк, ровно три минуты. Эвакуация. Все, давай, Витёк, поехали. Так, друзья, прибыли на проспект Ленина, на инвалидное место. Так, это бывший полицейский на инвалидном месте. Сейчас будем эвакуировать с инвалидного места. Что ты, дорзнак снял? А? Дорзнак снял? У меня уже наклеек нет. Пойди, вон сзади в двери, в кармашке лежат. В задней этой, сбоку. Забрали один раз, так я смала. А это тоже нет? Да нет, какой, ну ты что, три места, вон, раз, два, три, 15 метров. Они в попитаку, мне говорит, на место. Быстрее, быстрее, давай.
Так, вторую эвакуировали. Давай, давай, давай. Все, отправляется наша расстоянка. Второй автомобиль. И мы идем дальше. Так, друзья, прибыли на проспект Ленина 18. Парковка для инвалидов. Забираем, грузим. Что, инвалид тоже? Инвалидом? Инвалидом являетесь? А что? Нет, знак. А вот знак «Парковка для инвалидов». Не является инвалидом, но как только он подъехал, предупредили. Нужно ПДД подучить вам. Твой корешок стоит, что нет? Какой корешок? Белый, белый, нет. У меня нет корешков тут. Нет, азербайджанец. Нету корешков. Второй ряд. Все, следующую эвакуацию. Так, погнал на штрафстоянку. А мы сейчас будем следующего эвакуировать. Прибыли на парковку для инвалидов снова. Ленина 18, город Аксай. Вот у нас приорка стоит, а там знак есть, да? Да, есть знак. Инвалид. Это у нас не инвалид. Сейчас будем эвакуировать. Thank you.
эвакуировали. Все, поехал. Так, друзья, прибыли на Платова 2, город Оксай. Видим на парковке для инвалидов автомобиль с ДНРовскими номерами. Сейчас будем эвакуировать. ДНРовских сейчас будем забирать, да? Давай, быстрее. Попроси, чтобы он это сальто сделал с платформы еще. Сальто сделай. Сальтуху. Ты хоть посмотри, Василий, это нормально? Давай, да, смотри. Понимаю. Чтоб знак не зацепил. Две минуты, глянь, за две минуты. Сейчас за две с половиной минуты эвакуируют. По концу их будет сделать копытный асфальт. Сейчас я походаю, пока хозяина нету. А? Пока хозяина нету, будет эвакуировать. Да куда он лезет? Даже машина на него идет, и там стоит. Что не будет? Там машина. Давай, езжай, а то сейчас хозяина позовет. Так, успели эвакуировать. Все, поехал на штрафстоянку. Так, друзья, прибыли на проспект Ленина 28, менее 5 метров до пешеходного перехода. Сейчас замерим. Так, вот. Сколько? 4,90.
отодвигает от бордюра. Нет, все равно тяжелый. Не матери, сейчас в отдел поедем. Сейчас поедем, я тебя накатаю. Да. Да? Да? Пиши, ты долбоеб, сказочный. Скажите ему. Он сказочный долбоеб, я при всем скажу. 20.1 мелкое да. хулиганство, да? Это тот бомбила, которого оформляли. Даже нет, это ДПС, старший не остановился. Да, я мне иду, документы можно, водительская. Документы на машинку. Лицензия. Сейчас все проверим. Есть лицензия? Водительская. Можно ваша. А шашечка ж у него к таксопарку относится, правильно? Это на юридическое лицо будет составляться? Сейчас напарник составит. Наемником можно. Я тебе сейчас покажу, блядь. Это долбоёб, блядь. С камерой ходишь, да? Скажите, чтобы он не материл. Ничего, ничего. Ты кого долбоёбом выставил вот здесь, блядь? Сказывай, долбоёб, а? Кого? Меня? А ну, покажи. Показать? Да. Я тебе покажу, блядь. На ютубе? Да. Меня показывают на нарушение чем. И раз прерывается, сказочный долбоёб. Ты... Я говорю. А кто говорит? Я не говорю такое. Да? Я тебе расскажу. Давай, ты, если ты... я это сказал, я отвечу. Не давай. Ты от кого там выставляешь сразу сказочный долбоёб говорит? Ответишь? Так вы же сказали, что я говорю. Оплатили штраф? Да тебе какая разница? 20-25 потом будет. Я где-то здесь. Я что-то найду. За что идем? За Сашку? Да. Да. А? Да. Обманывал, сказки там рассказывал, что у него есть лицензия. Там. Я сейчас на тебя накатаю, вот за это скажешь, долбоёб. Посмотрим, кто долбоёб, ты или нет. Не матерись, уже предупредили тебя. А чего ты пишешь тогда? Так ты только сказал, что я... Что ты спустил программу? Что? Какую программу? Вот в эту. Докажи, что это я спустил. Это не твоя? Докажи, что это я спустил. Потом я только докажу. Говори, докажи. Да. Я того в рот ебал, кто вот это, блядь, подарок. Да не матерись, я говорю тебя. Сейчас будет 19.3, давай, в отдел поедем. Я вот это покажу на тебя, бомбила, давай. Посмотрим тогда. Давай, а где твоя тачка? Сосками, где твоя напитал? Тачка? Чего, когда тачка, разница, где твоя? Помыть сейчас хочешь? Еще в форму. Где она? Ну где там? Где? Где? Это я, что ли? Мне надо вставку он сделать. Это я, что ли? Вставку ты поставил? Да это не я говорю. Вставку ты поставил? Это не я говорю. Так ты же сказал, что это я говорю. А кто поставил ты вставку? Ты хоть думаешь, что вставку ты говоришь? Кто поставил? Какую вставку? Вот эту. Где вставка? А? Где вставка? Это видишь. Где вставка? Ну, короче, рассказывай дальше, Стас. Контент делаешь мне. Чего? Контент делаешь мне. Контент? Да. Был долбоёбом таким. Да не матерись, говорю. Не матерись, говорю. Жалобу, вот это я принесу, покажу. Давай. Что ты выставляешь. Давай. Давай. Все сказал? Все сказал? Нет. Я тебе устрою вот это. О, это кто с вас орёт? Где? Давай, покажи. Нет, чуть-чуть. Ну это ты. Нет, это я, да, я понял. Бомбилась. Да ну что ты там мне показываешь? Во-во-во. Так это ж не я. А кто? Это не я. А кто? Вы смотрите, кто там на картинке. Долбоёб. Не плюйся. Не матерись. Ты на себя посмотри. Матерщине.
это он долго поднимает, уже почти 8 минут. Оторвать. Витя, долго поднимаешь. Эвакуировали, а мы идем дальше с местными бомбилами. Это уже знакомые местные бомбилы с шашечкой. Ну тебе надо шел, блядь, снимать. Кого? Петушок. Кого снимать? Машину мою. Так, я снимаю ваши нарушения. Оскорбления. Ой! Оскорбления. Да, 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 да. Он... Все, давай. Не нарушайте больше. Не будете нарушать? Он с больницы, с психушки. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Все, не будете нарушать, правильно? Психушки. Все, давайте. Все. Давайте, идите, все. В Ковалевке. Давайте, идите, это все. Это оттуда клиент. Да что ты, черт побери, такое несешь? С Украины, сам против москалив. Вот это наш пацан, да, да здравствуй, хлопчик. Я тебя выкину в ютуб. Боевики тебя убьют там. Наши хлопцы за тебя. Я гражданин России. Я гражданин России. Ни який, це він бреше, він це наш. Це він наш хлопець. Оце хлопець против, він за українців. Это у нас мировой суд Аксайского района. А что они поднимут? Бля, ну надо, должен. А ну, подержи сейчас. Блин. Должен, по идее, подрать. Профессионал.
Да. Эвакуация у мирового суда. Давай будем забирать, эвакуировать. Оперативная работа, давай. Так, друзья, прибыли на СДМ Юг. Город Аксай. Вот у нас на тротуаре колесом стоит автомобиль. Два, да? Два. Вот это и это, да? Понимаю. Сколько он весит? А? Сколько он весит? А что это? Пятый? О, тяжелая.
Не тяжело? Тяжело. Это хорошо. Сколько она весит? Пожарнику колпак Буратино подарите. Да. Или уши как у Чебурашки сделать, знаешь, новый фильм Чебурашка. Да, и на канал он, видишь, по этому, по фишкам. 3-9 набирают, да? 3-9. Прокурор, походу, да? Блатной номер 3-9. Сейчас на ленту, да, выдвигаемся? Да. Ну пусть пацаны успеют, чтоб там побольше эвакуировать. Да, холодно, мы поедем. Посмотрим, будет там где. Все, эвакуировали. Все, пошел на штрафстоянку, ну, а мы идем дальше на гипермаркет Лента. Так, друзья, прибыли на гипермаркет Лента от Сай. Вот у нас первые спортовки для инвалидов у Лента. Это не первая эвакуация, все будет в городе. Уже трудно. Водитель. Все, эвакуатор уже тронулся. Ну подожди, инвалидская есть. А ты на есть? Удостоверение, у меня. Я не знаю. Ну не возите. Я не могу. Уже поехали. Ну можно сам поплатить, я остановил. Он уже тронулся. Да как же, ну есть инвалидская. Ну у меня в машине, я покажу. Можно остановить и платить? Ну почему нет? Покажи машину. Пожалуйста.
Эвакуатор уже тронулся, да? Уже все. Эвакуатор уже тронулся, все. Я понимаю, но здесь нужно как-то. Автомобиль должен стоять в реестре. Машина не стоит, но знак-то есть, я. А там знака нету. Ну, можешь выключить камеру? Там знака нету. Да? Там знака нету. Я понимаю, знак в машине лежит и удостоверение. Ну, эвакуатор тронулся, уже все, не успели. А можно с ним проехать? Так, ну, в общем, пришел водитель, эвакуатор тронулся, сейчас отправится на штрафстоянку. Все, поехал на штрафстоянку.